Всем привет, дорогие подписчики и гости! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня приготовим овощное рагу с грибами. Это отличный гарнир для мясных блюд, а также замечательное самостоятельное блюдо. Для его приготовления нам понадобится болгарский перец, шампиньоны, фасоль, лук, чеснок, соль, перец, растительное масло и зелень. Все необходимые ингредиенты я оставлю в видео и в описании под ним. Фасоль опустим в кипящую подсоленную воду и проварим 5-6 минут. Затем воду слить, а фасоль обдать холодной водой. Лук нарезаем полукольцами. Грибы нарезаем пластинками. В казане или в сковороде разогреем растительное масло и обжарим лук до легкого золотистого цвета. Затем добавим грибы и обжарим вместе с луком до испарения жидкости. Болгарский перец очищаем и нарезаем тонкими полосками. Нарезанный перец добавляем к грибам. Добавим соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо перемешаем и обжарим все вместе 5-7 минут. Затем добавим фасоль. Выдавим чеснок через пресс и хорошо перемешаем. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне 5 минут. Вкусное овощное рагу с грибами готово. Блюдо получилось очень вкусное, сочное и аппетитное. И радует яркими красками. Посыпаем свежей зеленью и подаем на стол. Радуйте своих родных и близких и готовьте с удовольствием. Готовьте вместе со мной. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорых встреч!